Давайте, наш ритуал. Ура! На днях я опять улетаю. Нам не хватает магии, и мы скучаем по тебе. Я подумала, может, ты захочешь назначить другое время? Кто наслал на нас заклятие? Ведьмы из Кенсингтона. Снова началось. Готовы? Девочки! Может, просто напишем им? Уже немного поздновато. Держитесь, девочки. Релиз подготовлен при поддержке группы Green Tea. Фиби Фокс. Ханна Тойнтон. Нина Туссенвайт. Лейси Тернер. Автор сценария Хлоя Мосс и Тим Прайс. Продюсер Филипп Трузован. Режиссер Доминик Леклер. Ведьмы четырех стихий. Дорогуши, какое счастье видеть вас! Я так рада! Ах, какие вы лапочки! Мы собираемся открыть бутылку «Кристалл». Будете с нами? Это не светский визит. О, злишься? Мы знаем, что вы сделали. Хватит заниматься фигней, курицы. Здесь какое-то недоразумение. Заклятие. Против нас. Должно быть, вы думаете, что мы стервы. Да, так и есть. О, я ж вспотела. Это вы. Да. Но вы успеете это выяснить. Это Индия, Ромала и Реми. Колдуньи. Зачарованные. Ведьмы из Камден и Кенсингтон встретились. У меня новый коин. Ты уверена? Они похожи на предыдущих. Да, это другие. Заклятие Алекса. Итак, это была просто шутка. Мы шлифовали наши навыки. У меня были детские вещички, которыми вы пользовались в лагере. Даже не думала, что сработает. Я безумно горжусь нами. Вы это специально сделали. Да мы просто недооценили свои силы. Да вы нас просто отымели. Эй, это неприлично. Пожалуйста. Розовый ликер. Да провалитесь вы. Что они делают? Послушайте, дамы, мы сожалеем. Это правда, действительно. Вся эта вражда уже давно позади. Мы уже выросли. Это недоразумение. Перемирие? И мы должны поверить? Мы же предлагаем вам мир и сотрудничество. Постойте. Достаточно. Давайте выпьем. Не знаю. Ну же, будет весело. Давайте. Дрогнем! Я устала от этих путешествий. И я скучала по девочкам. Поэтому я подумала... Черт, о чем это я? Ты скучала по девочкам? А, ну да. И я подумала, хватит. Я останусь.
обоснуюсь здесь, найду работу, повзрослею и все такое. Не могу добиться этого блеска. Ну почему же? Твои волосы восхитительны. Смешайте базилик, лимон и розмарин. Потрясающий эффект. Только не заставляй меня вести хронологию. Я подарила им ролик на Рождество. И что-нибудь изменилось? Да ни черта. А, ясно. Это абсолютно неуважительно. Пока. Встретимся в Твиттере. Именно так выглядят шлюхи, когда возвращаются домой в помятой одежде. Да, только от тебя должно нести сексом. Нет, никакого запаха секса. Скорее всего, это аромат дорогущих свечей Алексы. О, она хорошая. В детстве я и Алекса дружили. До знакомства с вами. Она связала тебя и заставила съесть горчицу. Это было ужасно. Осталось бы с ней. Ее гардеробная больше моей спальни. Так значит, тебе нравится такая жизнь? Да? Абсолютно. А мне нет. Жить за счет папочки и говорить все эти глупости? Нет уж, спасибо. Я упорно тружусь. Конечно, это не сравнится с Кенсингтоном, но... Мы все, кроме Хан, содержим себя сами. Думаю, у меня проблемы. Да неужели? Последнее предупреждение. Я обращусь в суд. Это совершенно несправедливо. Оскорбление клиентов, пьянство на работе и отсутствие без уважительных причин. Удачи, подруга. Это действительно серьезно. Если бы босс относился ко мне с уважением, то все было бы по-другому. Может, сделаем что-нибудь? Нет, я опаздываю на работу. Мы не можем колдовать каждый раз, когда ты портачишь на работе. Почему нет? Джуд! Сколько раз у тебя был секс по телефону с тем кубинцем? Это личное. Мы получили огромный телефонный счет. Он же здесь, в районе Тутинг. А почему не занимаетесь сексом в реале? Лицо как задница, но голос как у Бандераса. Не надо все валить на меня. Я использую рабочий телефон. Хан не было здесь, а у Грейс нет друзей. Прости, Грейс. Значит, это я. Я пару раз позвонила Ханне. Ну да, пару раз. Я ужасно скучала. Я оплачу половину. Уточни, пожалуйста, после или до того, как ты выплатишь мне свой долг. Ах да, я забыла. У тебя же нет работы. Мы не проживем на две зарплаты. Если поколдуем, я сохраню работу. Последнее предупреждение за электроэнергию. Дух мудрый, ты великий дух. Помоги судьбу нам изменить. Злого, строгого начальника сменить. На другого, кто не будет так сердит. Пусть похожим будет он на Джудит. Будет бедаист и никого не судит. Добрый дух, исполни просьбу нашу. Помоги судьбу нам изменить. Ожогов нет. У меня тоже. И у меня нет. Итак, надо найти работу. Да. А, черт. Сообщение от Джоэла. Он приглашает меня на ланч. Сегодня. Дай посмотреть. Что мне делать? О, зазвонил. Давай же! Привет, я слушаю. Привет, Джоэл. Как дела? Нет, я просто звонила. Но потом кое-что случилось. Мне пришлось положить трубку. Нет, я в порядке. Я просто ударилась. Грудью. В... Как дверь? Зажала? Книгой. Я зажала ее книгой. Неважно. Как твои дела? Да, я согласна. Ланч в 13:00. Окей, хорошо, до встречи.
Угадай, что случилось. Что? Дункан ушел. Правда? Отлично. Крупный проект в Нью-Йорке. То есть никакой катастрофы. Главное, что свалил отсюда. Ура! А кто мне на него? Джереми Кларксон подошел бы больше, чем эта сосиска в тесте. Пусть это будет кто-нибудь младше 40. А если это парень? Подходит. Извините. Не воняйте за рта. Извините. Француз? Простите, могу я? Вот задрал. Что? Джерри Блэквелл. Ваш новый босс. С нетерпением жду. Увидимся в 12. У меня интервью. Возможно, я подойду. Думаю, у меня замечательный характер. Что это такое? Это моя челка. Ну, они отрастут. За 2 часа? Это просто ужасно. Черт, а если это Джоэл? Свидание только через 2 часа. Грейс, у меня срочное дело. Не могла бы ты сегодня присмотреть за мальчиками? Ну, я... Окей. Спасибо. Ты мой самый настоящий ангел-хранитель. Вернусь к 7. Мальчики, заходите. Мальчики, слушайтесь, Грейс. Дебильная челка! Дебильная челка! А ну-ка прекратите это, хулиганы! Кстати, чьи они? Дети нашего соседа. Его жена умерла, вот я и помогаю. И знаешь, это чрезвычайная ситуация. А как же свидание? Я все равно не могу пойти. Я превращусь в старую грустную ведьму, которая живет одна, присматривая за соседскими детьми. Я присмотрю за ними. А интервью еще будут. Они балованные. Я в одиночестве прошла степи Монголии. Я справлюсь с 2 детьми. Но для начала нужно что-то сделать с твоими волосами. Наверное, у меня нарколепсия. Что общего между бездельником и больным человеком? Привет. У кого-нибудь есть зажигалка? Наверное, проверяет. Не надо. Нашел. А, Джерри, где ты был? Там. Нет, я о работе. В каком магазине ты работал? А, понятно. Магазин Финчли. Был ассистентом. Утром не поверил ушам. Я управляющий. Никогда ничем не управлял. Может, покурим? Нет, не сейчас. На здоровье. Боже мой, мечты сбываются. Джерри, можно мы с Джуд уйдем на ланч? Идите. Любовь Беллини, мы пойдем туда. Срочно приходи домой. В другой раз. Нет. Это срочно, прости. Привет. Снова. Я подумал, могу ли я покурить сейчас? Почему ты не пошла в парикмахерскую, как любой нормальный человек? Мы не можем работать при таком шуме. У меня осталось меньше часа. А до конца моего перерыва 35 минут. Прекратите дергать пульт. Как насчет этого? Отлично. Должно сработать. Отключить их, мелких мерзавцев. Замечательно.
Дух мудрый, справедливый дух. В порядок волосы приведи. Не осуждаю, помоги. Былую красоту верни. А сейчас давай беги. У тебя 20 минут. Люблю вас, спасибо. Так, хватай сумку. Для чего? У тебя интервью. Посидите здесь. Мне нужно подготовиться. Нет, просто будь сама собой. Ты справишься. Я Малькольм. Слышал, вы заинтересованы в вакансии офисного менеджера. Да, это так. Итак, какие чувства и навыки управляющего у вас есть? Ну, я могу, ну, я сообразительная и не теряюсь в сложных ситуациях. Я очень дальновидная. Я стремлюсь к новым достижениям, получаю удовольствие от хорошо проделанной работы, независимо от того, в команде я или одна. Выглядишь фантастически. Спасибо, что пришла. Спасибо, что пригласил. Нога в порядке. А? Ну да. Да, да. Это и дало мне мужество позвонить тебе сегодня. Правда? Да, я так нервничал. Я тоже. Наверное, я была такой странной. Нет, вовсе нет. Мы встретились, и это важно. Таким образом, мне удалось отвлечь внимание угонщика, развязать водителя и вызвать колумбийскую полицию. Да, самая сложная ситуация, из которой мне удалось выкрутиться. Боже, что ж, это действительно очень впечатляет. Спасибо, что пришли, Ханна. Было очень приятно встретиться с вами. Да, спасибо. У меня остался последний вопрос. И, как всегда, вопрос на засыпку. Как бы вы описали ваши слабые стороны? А, совсем легкий вопрос. Я клептоманка. Если стол не прибит, я утащу его с собой. Шутка. Очевидно, что чувство юмора – большой плюс. Спасибо. Мы свяжемся с вами. Постарайся уж, большой кусок дерьма! Простите меня. Я... Мне очень, очень жаль. Выходи. Да, хорошо. Стелла, прости меня, прости. Все в порядке, я поняла. Это Алекса. Я рассказала ей, что хочу устроиться на работу. Заклятие на твою карьеру. На этот раз пострадала только я. Что делать? Для начала нужно избавиться от них. А мне что делать? Иди домой, я подойду. И не волнуйся так, мы избавимся от заклятия. Не знаю как, но... Мы сделаем это. Ты действительно не хочешь есть? Грецкий орех за бортом. Извини, можно я?
Мне не нравится беспорядок. Сувенирчик с первого свидания. Расскажи мне о себе. У меня большая семья, нас четверо братьев и сестер. Удивительные родители. Дружная семья. Это замечательно. Это в прошлом. Однажды я вернулся из школы. Их всех уже не было. Вот так вот. Газовая печь и электричество. Ты потерял всю семью. Было тяжело. Потом второй удар из-за Сары, моей бывшей. Она забеременела. Девочка или мальчик? Мальчик. Это не мой ребенок. Она сбежала с моим лучшим другом. Эй, ну что ты? Я уже в порядке. Как так? Разве я не встретил тебя? Стучите, если вам что-то нужно. Эй, что происходит? Этот сексуальный мужчина, самый клевый босс. Точно. Вот что происходит. Там огромная очередь. Я же оставил знак на двери. Да, но думаю, они не видели его. Ох, извиняюсь, мисс Поппинс. Они сходят с ума. Да мы не задержимся. Начинай. У меня есть только две руки. Хватит выпендриваться. Что? Я как минимум... Это всего лишь тряпье. Никто не умрет. Все, что я хочу сказать, что главный сейчас здесь. Главный? Плевать. Слушай, сожалею, что напрягаю тебя. Думаю, тебе не стоит воспринимать все так. Серьезно. Да я всю жизнь отношусь ко всему очень легко. То, что ты курил марихуану, не делает тебя великим радикалом. Я намного круче тебя. И в чем? Складывание рубашек? Алкоголь. Последний победитель. Закрывай магазин. Лучший день в моей жизни. Однако смысла в этом немного, верно? Послушай, Джоэл. Ты мне нравишься, Грейс. Ну, очень сильно нравишься. Ты мне тоже нравишься, но... Я даже не могу сказать, сколько раз я хотел прекратить все это до встречи с тобой. Так что... Я хочу поблагодарить тебя за спасение моей жизни. Не за что. Кто-нибудь видел мои ключи? Ребята, прекратите! Они еще здесь? Не могу найти ключи. Вот тут запасные. Верни их потом. Почему ты не говорила мне про них? Ты их потеряешь. Мне пора. Сэм, не кусай это. Ты куда? Надо раздобыть что-нибудь из вещей Алексея. В книге говорится, что нам нужно что-то очень личное. У меня было ее ожерелье, но я потеряла его. Заколка для волос, первая пони. Ты потеряла пони? Она подарила мне. Но лошадка утонула. Это не важно. Главное, что у меня где-то сохранились ее вещи. Как прошло свидание? Ну, что сказать? Он очень глубокий человек. Вот видишь? Не знаешь, как раздобыть нечто, принадлежащее Алексе? Как ты туда попал? Я прокрался сюда. Это плохая идея. Мы портим их. Они давно уже такие. Привет. Есть работа? Есть что? Я скаут. Я собираю деньги. Подрабатываю. Кем? Да, кем угодно. Кошение травы, очистка пруда.
массаж, да все подряд. Сделай прическу. Я делаю классные челки. Не хочу, чтобы меня стриг бойскаут. Беру недорого. Он взял ее сумку. Отличный выбор, Сэм. Где твои родители? Умерли. Окей, значит, нет. У меня винные пятна на коврике. Никаких пятен на ковриках. Пока. Ах ты, воришка! Вот черт! Черт, ты молодец. Кстати, как ты стал управляющим? Фиг его знает. Я открою тебе секрет. Мне это не нравится. Не догадалась бы. Хотел заниматься гитарой. И так далее. А я модельер. Очень сексуальный. Ждем у Алекса. Здесь на полу очень грязно. Пошли. Мы уходим. Давай же. Вы Ханна, верно? Да, да, я их няня. И я хочу, чтобы их всех арестовали. Не все сразу, пожалуйста. Это она их заставила. Я права? Это просто недоразумение. Это было ужасно. Словно меня осквернили. Дети меня осквернили. Посмотрите-ка на это. Что здесь происходит? Вы выпили? Ты всегда был такой засранец? Правильно. Марш всем в фургон. Немедленно. Злюка. Идем. Идите все в фургон, прямо сейчас. Что? А куда это? Грейс. Ты взяла книгу заклинаний? Да, но какой прок, если не в чем колдовать? Поколдуем быстренько. Великий дух, нас защити. Эту опасность от нас отведи. О, что случилось? Отвезите нас домой, пожалуйста. Без проблем, красотки. Чтобы вы не прикоснулись, превращается в дерьмо. Вам нельзя ничего доверить. Эти дети Дэйва, и он вдовец. Не кричи на меня. Я пыталась тебе помочь. Просто порадуемся, что мы смогли собраться и решить проблему. Ты старше меня, но совсем ребенок. Стелла права. Тебе нельзя ничего доверить. Тоби, где Сэм? Сэм? Сэм! 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 Тоби, когда в последний раз ты его видел? Он играл с лазерным мечом. Входная дверь открыта. Сэм! 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 Сэм, это уже не смешно. Нет! Осторожнее, не двигайся. Вызови скорую. Он внезапно выскочил.
немного пошевелить рукой. Что это было? Пульт времени. Классно, правда? Вы не встаете с этого дивана, пока ваш отец не заберет вас. Ваша мама попала под машину. Вы ничему не научились? Мы с Грейс должны разобраться с этим. Отлично. Что случилось? Ты просто невероятный везунчик. И мы тоже. Что ты там делал? Играл с лазерным мечом. Что за лазерный меч? Где ты это нашел? В доме той богатой леди. Дух, прошу, сними заклятие. И избавь нас от проклятия. Пусть наладится карьера. Пусть работает Ханна смело. Защити ее от злобных чар. Убери с карьеры злобы, Гарри. Сухи. О, я прошу прощения. Я оплачу все. Кто из них все это натворил? Это Тоби? Это не я, это была магия. Что я говорил насчет лжи? Ему приснился кошмар. С ними была Ханна. Они замечательные. Ханна может колдовать. Они все могут. Посмотри, я нашел лазерный меч. Это мое. У Ханны есть пульт, который управляет нами и поворачивает время вспять. Мы приехали в полицейском фургоне с сиренами и прочим. Они обманули девушку из замка, а я украл у нее сумку. Окей, возможно, когда-нибудь мне будет нужно одолжить пульт. Спасибо, Ханна. Никогда не видел их такими. Они хорошие дети. Тяжелый день. У меня было свидание. Но все было... Понимаю. Ты так старалась и стремилась к этому, но это не твое. Я чувствую вину из-за того, что у него была ужасная жизнь. И хотя это не моя заслуга, думаю, я понравилась ему. Ты не несешь ответственность за его жизнь. И, конечно, ты ему нравишься. Ты красавица. Он еще найдет свою половину. Надеюсь. Уверен, что найдет. Можно у тебя спросить? Здесь достаточно соли? У меня плохая новость и просто новость. Приходил главный. Узнал, что мы рано закрылись. Ты уволен. Я продержался сутки. Восхищен собой. А что за просто новость? Я новый управляющий. О, это классно. Поздравляю. Это так классно. Праздничный ужин будет готов через 10 минут. Самое время покувыркаться. Грейс присмотрит. Да, я присмотрю. Конечно. Не вопрос. Я не должен злоупотреблять добротой Грейс. Она забывает о своих интересах. Да, Грейс такая. А ты естественная. Да нет, я не такая. Такая. Вот. Ой, не надо. Ты проделала потрясающую работу. Не нужно, правда. Ребята вошли в черные списки многих агентств. Ты это заслужила. Ханна? Вы можете немного отодвинуться? У меня в последнее время некоторые проблемы.
Все в порядке? Да. Да. Все в порядке. У меня получилось. Да, получилось. В будущем Сэм может стать твоим мужем, если не найдешь подходящего парня. Если захочешь еще заработать, то мне всегда нужен человек, чтобы забирать детей из школы и так далее. Вы предлагаете работу? Но не совсем. Что ж, это и есть работа. Пошли, мальчики, мы еще должны испачкать наш пол. Попрощайтесь с Ханной. До встречи, Ханна. Пока. Думаешь, мы сняли заклятие? Я точно знаю. Дэв заплатил мне. Я получил зарплату. О, нет. Привет! Что ты делаешь? Ты живешь здесь? Ой, надо же! Я просто шел и случайно попал сюда. Я заблудился. Ты смотрел на мой дом. Я все испортил, правда? Я так и думал. Почему? Ну почему? Неужели хоть один раз у меня не может быть все нормально? Все, что мне нужно, немного удачи. Да дело не в удаче. Возьми судьбу в свои руки. Пожалуйста, не плачь. Ты знаешь, я стараюсь. Очень, очень стараюсь. Возможно, проблема в этом. Не может быть все по-твоему. Не все получается. А между нами получится? Я так не думаю, прости. Ты найдешь подругу, когда будешь готов. Я никому не нужен. Это неправда. У каждого есть половинка. Джоэл. Что? Отпусти, пожалуйста. Привет, Джерри. Хорошо пахнешь. Обожаю женские ванные комнаты. Не знаю, что это, но я использовал. Потрогай. Как детская попка. Прекрасно. Тебе туда надо? Нет, нет. Я просто шла по направлению в гостиную. Проходи. Не борись со своими чувствами. Борись с потом. Что? Вряд ли ей понравится. Женщины не потеют. Разве? Нет, только слегка. Вот попробуй это объяснить тем, у кого гипергидроз. Стелла, ты о чем? О чрезвычайной потливости. Новый проект. Я должна подготовить к завтрашнему дню. Сексуальная сила деодоранта. Почему Дженнет доверила это мне? Боже, от меня воняет. Нет. Но почему я? Потому что... Если кто это и может сделать, то только ты. Это будет что-то особенное. Нет, прекрати. От тебя не воняет. Ты сексуальная, поэтому проект твой. И я не чувствую себя такой. Но это так. Когда я в последний раз была на свидании? Приятная женщина из Батси Докси Хом. Вся одежда была в волосах, а в кармане были наполовину съеденные палочки. И это было в 2009-м. О, ты придираешься. Это хорошо. У тебя высокие запросы. Снизь свою планку. Кто-то придет, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Это все просто химия. И все? Именно так. Нет смысла ходить на ненужные свидания. Нет-нет-нет, слоган новой линии. Главное — это химия. Отлично! Правильно, отлично. Увидимся. Главное — это химия.
Я заберу эти банкноты. Почему, как только мы объединились, у Алексы новый ковен? Всего лишь баланс вещей. У нее новый ковен, потому мы снова вместе. А я не уверена. Почему? Они вовсе не подруги. Зато они ведьмы. Не понимаю. Это что-то вроде секса. С любимым лучше. Джудит, магия вовсе не секс. Ну да, но мы лучше их во всем. Точно. А если они опять попытаются, мы их отымеем, потому что мы магические шлюхи. Не соглашусь, пока не найдешь более приличное сравнение. Спасибо. Иди сюда, займемся любовью. Я вас не слышу. Иди сюда, хотя бы выпей с нами. Чин-чин. Извините. Вот дерьмо. Точно. Что нужно сделать, чтобы тебя обслужили? Стелла, эта женщина все время пялится на тебя. Что это? Сюда идет. Вы куда? Хватит смотреть, ей будет неловко. Что? Они же не в позе панды. А мне можно. Ты читаешь по губам? Что они говорят? Волосы. Док. Стул. Волосы, отчет, стул. Это язык лесбиянок? Должно быть так. Ты не умеешь читать по губам. О, телефончики. Обменялись? Ее зовут Ариэль. Похоже. А что она сказала? Что я красивая. Хочу ли я с ней выпить и так далее? Она похожа на Меган Фокс, а ты такая спокойная. Дело не во внешности. Так вы договорились? Да. Договорились. Она кажется хорошей. Но... Не понимаю, что со мной. Странное состояние не отпускает меня. На тебя западают супермодели. Ах, Стеллочка, такая бедняжечка. Я о том, что не могу общаться. Романтически. Я пытаюсь преодолеть себя, но не могу найти эту искру. Словно что-то во мне отключили. Мне надо выпить. Это ужасно. Эй, это же Стелла, верно? Она немного привередливая. У нее не было отношений уже 5 лет. Точно? Нет. Надо связаться с Люси. Нет. Вы предпочитаете видеть свою подругу в одиночестве? Да. Ладно, Джуд, она права. Ты будешь счастлива, если она умрет в одиночестве, в окружении котов. Нет. Нужно помочь. А значит, вызовем Люси. Так тому и быть. Я напишу приехать послезавтра. Последний заход. Выпьем по двойной. За ваше здоровье. Присоединяйтесь. Вздрогнем. Смотрите в следующей серии. Стелла, коза! Это я! Ты и Люси расстались 5 лет тому назад. Заткнитесь. Вы наложили заклятие, чтобы она забыла меня. Это была твоя идея. Стелла и Люси снова вместе. А я совсем ей не доверяю. Ненавижу свою работу. Мы не можем изменить портфолио. Вы не хотите стать нашим главным дизайнером? Вы стажер, но никогда не слышали о Джуд Томас? Люси, это ненормально. Хочешь увидеть ненормальное? Я тебе это устрою. Релиз подготовлен при поддержке группы Гринти. Перевод Эльза Нордж. Текст читали Виктор Еременко и Ольга Гринтиева.